Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Я считаю так, вот вопрос, как я прочитал только что его, как, несмотря на то, что приглашать инструкторов по боевой подготовке из других организаций, я вам скажу так, вы, прежде чем прийти куда-то или заниматься чем-то, должны понимать, что это за человек. Вы должны понять, кого он подготовил, что он умеет, каково о нем мнение других людей. Если этот человек действительно высок в своих знаниях, если он действительно подготовил серьезных мастеров, почему нет? Возможно, что вы возьмете от него то, что не могли взять у кого-то. Я считаю, что правильно приглашать людей, но действительно значимых людей для проведения работы. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.